24 сентября, сегодня лето, 29 градусов. Только что проехала лодка, впервые такое вижу. Резиновая лодка с мотором. Не боится мотор зацепить. Пока телефон включал, они уже вернулись, проехали. Может, еще раз поедут, сниму обязательно. О, едет красавчик. Вот вы такое видели, я впервые такое вижу. На лодке гоняет, тут силинка по щиколотку. Обмелело сильно. Не боится. Красавчики! Вообще не боится, тут же мелко. Вот красавчики. На воде, да, он по этому руслу уходит. Здесь немного глубже. Ну сколько? Ну я думаю, от силы полметра, не больше. Попробую пройти сейчас. Вон мой велосипед. Лето. Плюс 29. Я на островке лежу. Как он проезжает здесь? Так, вот сейчас по колено. Ну да, здесь, в принципе, ну, метра не будет. Но если винт низко не опускать, то можно проехать. Красавчик. Первый раз такое вижу, сколько здесь отдыхаю. Четвертое сентября, плюс 29. Настало лето. С дороги надо уйти. А то он меня переедет. Красавчик. Вообще, как он проезжает? Там же камни, ёлки-палки. Там мелко, там реально мелко. Вот красавчик, а. Четвертое сентября, стоит летний день. 29 градусов сегодня. Совсем обмелела силинка. Совсем мелко. Но, несмотря на это, здесь катаются на лодках. И не просто на лодках, а с мотором. Все как надо, с Yamaha.
Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить самое интересное. Я на островке отдыхаю, мой любимый островок, вот мой велосипед. А вот лодка. Смотрим и восхищаемся. Я с дороги просто маленько отойду, чтобы он меня не задавил. Он красавчик. Люблю таких людей отчаянных. Молодцы! Вот красавчик, а! Ну вот так, как-то так. Лодка камней не боится, вернее мотор. Как он не боится, ёлки-палки. Ну тут-то да, тут основной фарватер, тут поглубже, конечно, где-то с полметра есть. Я думаю, здесь с полметра есть где-то. Но все равно зацепиться можно. Всем хорошего настроения. Рискуйте красиво. Риск должен быть красивым. 4 сентября, Комсомольск на Амуре. Встречаем лето, плюс 29. Камешки мотору не помеха, гоняет отчаянный.